слышен здесь такой тяжеленький подъем. Надо поработать. Но потом будет хороший спуск. Индивидуально, если вы часто по асфальту катаетесь, как я, то лучше две звезды. Если по пересеченной местности, там где грязь, где там переклюк, передний может, ну хотя мы могу уже ехать, где может переклюк, передний заклинить из-за грязи, тогда лучше ездить на одной звезде. Соответственно, если у вас будет одна звезда, вам переключатель передний не нужен будет. Собственно, вес велосипеда тоже легче сразу будет. Ну или передний переключатель нужно будет только, чтобы регулировать так, чтобы цепь не слетала. Хотя она не должна слетать. Там специально делают звезды такие, чтобы не слетала цепь. Это в основном на горных велосипедах. Здесь придется тогда левую ручку. Зачем она-то вообще нужна? Вот. Но ее по сути же не снимешь, потому что ты на нее опираешься, когда ты едешь. Это как продолжение твоего руля. Успел
приходится здесь. Блин, здесь реально на этом светофоре дохера времени теряешь.